А с вами бывало такое состояние, как сели батарейки, сил нет. Никакого интереса к окружающему. Вы встать не можете, даже думать не можете и говорить не можете. Резкая слабость. Если вдруг, внезапно, вот ничего не предвещало какой-то беды, и такое с вами случается, приступ резкой слабости. Мы можем даже сказать колоптоидное состояние. Это камфора. Запомните этот препарат. Это препарат неотложной помощи. А потом могут развиваться любые события. Это может быть даже признак наступающего какого-то вирусного заболевания. Или, возможно, даже холера так начинаться может. Или, возможно, тяжелое отравление и приступ внезапной слабости. А потом уже все симптомы камфора. Если у вас на фоне истощения жизненных сил предшествовала диарея сильная, или рвота, или сильное кровотечение, или ежемесячное, или, возможно, вы кормите грудью и теряете много, это, конечно, наша любимая хина. Истощение жизненных соков, потеря жизненных соков, истощаются ваши жизненные ресурсы. Запомните этот препарат.